Здравствуйте, товарищи. Ну что, пришло нам время завершать игру Majesty. У нас последний квест. Ярость Кролма. Предыстория. Последователи Кролма бросили вызов вашему правлению в северных землях, ваше величество. Перед нами лежит равнина, освященная Кролмом. Говорят, что в этом месте дух самого Кролма пообещал уничтожить любого, кто вторгнется в его священную землю. Остальные боги, в общем, оспаривают это заверение Кролма и наложили на вас ответственность ослабить его присутствие в этом месте. Но будьте осторожны, ваше величество. Нет сомнений в том, что сила Кролма здесь очень, в общем, высока. Сам воздух содрогается от боевых криков его последователей. В общем, такие дела. Цели. Уничтожьте все алтари Кролма или победите его аватар, чтобы выпиздить их с этих земель. Так, значит, монстры в этих землях усилены духом Кролма. Вы можете строить только гильдии, храмы, башни и кузницу. Вы не можете строить храмы Кролма. Такие дела. Значит, блять, война с варварами. Война с варварами это... Блин, серьезно. Надо подумать. Мне кажется, что что гильдии воинов и других рукопашников будут бесполезны, потому что варвары, сука, крепкие парни. Весьма. Воры тоже бесполезны будут. Надо, блядь, подумать. Если только паладины под хилами могут. И, возможно, ключом будут маги. Возможно. Маги и под защитными башнями. Потому что так варвары расхерачат все, у них дамаг немеренный. Надо посмотреть, как у них с сопротивлениями. Конструкция дворца завершена. Ваше величество, эльфы желают стать вашими верными подданными. Сборщик налогов. Если у них будет сопротивление магии не очень высокое, ладно, еще посмотрим. Так, награды, дайте сотку сюда. Еще золото, ваше величество. Ваше величество, новое здание построено. Ваше величество, новое здание построено. А тут рынок нельзя до второго уровня улучшить. Так, это я еще не могу рынки строить с тавернами, да? Вот это максимально печаль. Так, эльфов строить, не знаю. Так, вот варвары приперлись. Да, сопротивление магии у них самое маленькое.
золото, ваше величество. Так, еще проблема экономики у меня ж не будет здесь. И помогут ли мне эльфы в таком случае? Вот это решение, которое надо сейчас уже принимать. И еще золото, ваше величество. Сборщик налогов. И еще золото, ваше величество. Ладно, там будет видно. Опять канализации что-то появлялись уже в каком-то нехарактерном количестве для города таких размеров. Да, смотрите, маги разбирают, действительно. Ну, воины бы точно обосрались тут. Говорят, монстры еще усиленные. То есть вот обычный волк — это проблема. Сука, блять, он столько денег нес. Ну ладно, он немного денег нес, но... Блять, с волком не могут справиться, с обычным. Так, огненный взрыв — основное дамажащее заклинание у магов. Блять, простой волк. Ваше величество, исследование в библиотеке завершено. Еще золото, ваше величество. Именем короля. Потому что дурачок, блядь. Чё ты сюда выперся? Блять, все сдохли, сука. Пиздец. Просто всех положили. Еще золото, ваше величество. Стой! Чекаем отсюда.
Да, проблема, что нельзя сказать героям куда-то не ходить. Во второй части Majesty можно было сказать, вот сюда не ходите, пожалуйста. Блять, у медведя очень большое почему-то сопротивление магии. Блять, опять все маги померли. Да, каждый монстр действительно проблема прям. Опасно. Блять, маги, вы чё тут по тавернам ныкаетесь? Идите тролля разъебите. Блять, да пизда. Могу пизда. О, блять. Нихуя. Да хватит дохнуть, блять. Что ж за говно? Так, эти дома нельзя разрушить.
на их месте что-то построить и как-то компактнее, чтобы город выглядел. Но я пока сдвинуться никуда не могу. Все деньги уходят на восстановление героев. Вообще просто голяк. Золото, ваше величество. Стой! Я устал. Все, текаем отсюда. Пиздец, блять, волк обы... Блять. Ваше величество, новое здание построено. Еще золото, ваше величество. Сборщик налогов. Еще золото, ваше величество. Ваше величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Стой! Блять, вор седьмого уровня не справляется с обычной херней. Да, блядь, тут уже кладбище появилось. Мой лорд, строение усовершенствовано. Сборщик налогов. Ваше величество, местный кузнец предлагает новые услуги. Еще золото, ваше величество. Да ёб твою мать! Ваше величество, королевская казна почти пуста. Я таю! Именем короля! Тебе не так моего золота! Именем короля!
Да. Потому что дурак, блядь, чё ж ты, чё ж вы выпираетесь-то туда? Попередохли все, как обычно. Прикроем тут этих магов. Новое здание построено. Хорошо. Именем короля. Еще золото, ваше величество. Тебе не видать моего золота. Блять, это самый сложный старт карты, который у меня когда-либо был в этой игре.
дурак, опять выперся куда-то. Блять, это как это пиздец просто невообразимый. Ваше величество, новое здание построено. Еще золото, ваше величество. Стой! Да ёб твою мать. Медведя плохое сопротивление, короче, стрелам. Поэтому башни хорошо работают. А вот маги плохо работают против медведя. Потому что именно у медведя какого-то хера большое сопротивление магии. Ваше величество, королевская казна почти пуста. Так и живем, блять. Так, закрепимся тут башней, а то что понастроим, а я башни не смогу строить, если город разрастется вокруг гильдии магов. Так, здесь тоже закрепимся. Ну, потому что ты дурак, блять. Да ёб твою мать. Герои, когда чуть раскачаются, они обязательно куда-нибудь попрутся.
чем больше раскачанный герой, тем больше он борзеет и лезет во всякое. Потому что, дурак, ты куда попёрся? Зачем ты сюда выперся? О, блядь. Ваше Величество, новое здание построено. Жалко, нет строения из Дилсихи. Нихера. Для меня большое счастье служить вам. Там пизда. А, хер, я отсюда магию применю. Почему так сложно? Так, теперь хоть смогу башню заряжать. Один хер, денег нет. Так, вот эти варварские хероборы, да? Ну, потому что дурак. Так, при разрушении варварской хероборы по-любому будет какое-то максимальное просто говно. Ваше Величество, королевская казна почти пуста.
Блядь, где, сука, маги шароёбятся? Тут один мах может все это залпом положить. Вместо этого он попёрся куда-то, блядь, и сдох, дебил. Блядь, опять куда-то повыперся. Чё вы прётесь туда, я не понимаю. Вам заняться нечем, вот колупайте. Да куда ты, блядь, повыперся сюда? Зачем? Ты мне объясни. Чё вам не сидится, блядь, дома? Противник слишком силён. В пизду, ладно. Я думаю, проще городом дорасти до сюда. Так, дворфов я не нанимаю, я чё, они повздыхают сразу. Ещё золото, ваше величество. Блять. Присоединяюсь к диким духам. Противник слишком силен. Ваше величество, реконструкция дворца завершена. Не трогай мое жало. Да. Да хватит, блядь, подыхать здесь, ёбаный ваш рот.
Так и живем. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Я таю! Потому что дурак, блять. Опасно. Наймем хилов. Чё вы до крестьян доебались? Опасно. Мой лорд, строение усовершенствовано. Присоединяюсь к диким духам. Ну, потому что ты дурачок, блять. Новое здание построено.
Это охеренно сложная карта, я вам скажу. Это самая сложная карта. Неизвестно, какие скрипты будут срабатывать при уничтожении этих варварских херобор. Но что-то, сука, будет. Для меня большое счастье служить вам. Так, Лунорд. Экономики нету, вот в чем проблема. Так, дом разрушили, закрепиться тут башенкой сразу. Да ёб твою мать! Вот это всегда бесит в этой игре, потому что ни в кого правильным флагом нельзя попасть. Так, а ни садов, ничего нету тут, да? Ну а хер ты выперся сюда, дурак, блядь. Блять, ну что ты сюда повыперся? Я не понимаю, чё вы претесь туда и дохнете? Зачем? Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, мы усовершенствовали караул. О, блядь. Усовершенствовали караул.
Так, ярмарочной площади тоже нет. Ебать, тут глаз еще. Опасно. Двенадцатый уровень. Проебать его будет. Жалко. Именем короля. Ваше Величество, исследование в библиотеке совершено. Ты мах в себя поверил, блять, второго уровня. Я таю. У меня еще много дел. Блять, вымогать даже нечего, потому что в городе нету денег. Из-за отсутствия экономических структур. Блять, вот кладбище вообще не к пизде тут. Сборщика налогов даже у меня 3, а не 4. Не зря сходи. Не трогай, не трогай, блядь. Ёбывай, правильно, не трогай это говно. Неизвестно, что там за скрипты прописаны. Я чую там такие скрипты, что я обосрусь тут.
Колупать нечего, вот сюда идите колупайте. А лучше не ходите вообще никуда, сидите в городе. Мой лорд, строение усовершенствовано. Так, 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 блядь. Лунард, сделай меня быстрее. Еще мне хилов, пожалуйста. Будьте любезны. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено. Да. Потому что ты дурак, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, херобор. Раз, два, три, четыре, пять. Минимум пять варварских херобор. Там в оставшуюся часть карты по-любому еще будет. Это просто ебануться. Так, а эти где поздыхали? Половина причем. Более интересный вопрос, зачем они поздыхали? Какой в этом смысл пойти куда-нибудь и сдохнуть?
Раньше я положил в книгу заклинаний. Мой лорд, строение усовершенствовано. Да. Ваше Величество, новое здание построено. Этот вечер. Гном, ты чё туда попёрся? Да ёб твою мать, как попасть в этого пидора? Я должна найти укрытие. Потому что дурак, и этот сейчас сдохнет. Да, что-то, возможно, я делаю не так на этой карте. Сука, час прошел, я еще не думал начинать разбираться с заданием. Минотавр, ты как тут оказался вообще? Я стал сильнее. Хорошо, хиллы присутствуют и хилят. Монстры намного сильнее. Каждый гребаный волк, крыса, это проблема прям. Так, это что? Только не говорите, что вы варварскую херобору разрушили. Я присоединяюсь к диким духам. Сделай меня быстрее. Да, они разрушили варварскую, похоже, херобору. Да, вот он скрипт злобный. Я не уследил за этими долбоебами, что они... Что они разрушили одну из варварских херобор. Значит, скрипт там ярость Кролма точно врубается на всех монстров. Так, кто у меня тут перемер в итоге? Так, рейнджеры померли. Хил помер. Этот монах помер.
Ладно, мы как-то пережили все это. Так, одно есть. Еще раз, два, три, четыре. Ну и на оставшейся части карты, на неоткрытой, возможно, тоже. Так, а... потому что ты дурак, блядь. Опасно. Соединяюсь к диким духам. Во дураки, блять. Каков пиздец. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено. Так, паладины. Паладины, наверное, лучшие рукопашники в игре. Ваше Величество, новое здание построено. Да поможет мне Агрел. Становлюсь сильнее. Незваный гость. Я присоединяюсь к диким духам. Ну, потому что вот дураки. Да поможет мне Агрел. Агрел улыбается мне. Еще одно. Награда
мне Агрелла? Паладин. Да. Блять, вымогать нечего. Но обычно, когда город даже гораздо меньше размером, то есть просто на одном вымогании можешь жить. Но денег нет. В городе денег нет. Так, эти паладины не ебан... Так, блять, можно не трогать это все. Спасибо. Пока не надо трогать все эти варварские хероборы. Так, опять монахи сдохли, опять почему-то массово. Так, живы, живы. Живы. Хилы живы, красавчики. Лунорды тоже красавчики. Лунард, сделай меня быстрее. Хорошо. Хорошо, блядь. Мы держимся. Неведомо как. Я присоединяюсь к диким духам. Усовершенствовано. Именем короля. Можно не трогать эту херобору, спасибо.
Потому что ты дурак, блядь. Способна помочь еще очень многим. Силы зла взяли вверх. Да. Да ёбаный, блядь, как же это бесит. Паладинши померли. Гном, блядь, гном, не трогай. Все, он сейчас расхуярит. Готовимся к жопе. Я присоединяюсь к диким духам. Так, интересно, какой этого пидора скрипт? Новое здание построено. Аватар Кролма. Парень крепкий. Пиздец начался. Блять, гном, ты нахуя трогал это все? Блять, да почему я не могу построить на том же месте самом? Ладно, пизжу могу. Блять, гном попёр. Я ж сказал, вот это рушить, если кому делать нечего. Нет, он начал пиздить, блядь. Ладно, попытаемся отстроить город. А померла куча народа просто. Ваше Величество, новое здание построено.
Ладно, тут снимем пока. Надо сначала город отстроить. Так, эти хилы все пропали, которые тут у меня жили. Ваше Величество, новое здание построено. И еще золото, Ваше Величество. Ваше Величество, новое здание построено. Блять, все начали дохнуть. И этот ему пизда. Блять, 17 уровня. Ну как, блять, как он умудрился попасть в эту хуйню и сдохнуть? Потому что ты дурак, блять, зачем ты сюда попёрся, объясни мне, я не понимаю. Зачем вы претесь туда? Нужно действовать, и срочно. Я стал сильнее. Именем короля! Ваше Величество! Королевская казна почти пуста. Отстраиваем город. Ну чё ты сюда выперся, дурак? Опять тут кладбище не к пизде совершенно. Ваше Величество, новое здание построено. Да поможет мне Агрелла. Агрелла улыбается мне. Так, две варварские хероборы мы разрушили. Еще минимум три. Но максимум хер знает сколько. Еще очень многим.
Потому что ты дурак, блять. Чё вы сюда попёрлись? Действовать и срочно. Не трогай мою. Я положил книгу заклинаний. Я присоединяюсь к диким духам. Это какой-то пиздец. Да, в прошлый раз расхерачили это раскачано, вернее, до третьего уровня улучшенное здание, 400 здоровья у него. Все равно не спасло. Противник слишком силен. Незваный гость. Мой лорд, я строение в вашем районе. Еще золото. Я знаю! Потому что ты дебил, блядь.
так можно спасти героя. Заклинание невидимость. Так и живем, блядь. Так, ну хил она свалит. И она быстрая. Это здание тоже улучшить, чтобы если одно разрушат, останется магия. Блять, ну как я не попал этим заклинанием? Так, где работники? Я даю! Даурос тебя
еще золото, Ваше Величество. Так, они еще одну начали херачить. Окей, будем готовиться. Снова, блядь, отстраивать весь город. Так, поехали туда. Что, у меня денег нету, да? Блять, опять он расхерачил этих хилов мне. Сука, пидор. Блять, они вообще всех хилов мне разбандили. Бля. Что-то с каждым разом все хуже. Блять, да попади ты по кому-нибудь. А, я понял, почему не попадает. Званный гость.
Да, блять. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Давайте, блядь, все по новой. Каков пиздец. Потому что дебил, блядь. Званный гость. Противник слишком силен. Здание построить.
противник слишком силен. Ваше Величество, новое здание построено. Еще золото, Ваше Величество. Не трогай мое золото! Противник слишком силен. Ваше Величество, новое здание построено. Противник слишком силен. Еще золото. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Ой, как ж вы, придурки, меня бесите. Своей тупизной. Они все равно прутся куда-то, блядь. Потому что ты дурак, слишком силен. Сейчас у меня много работы. Ваше Величество, мы усовершенствовали караул. У меня еще много дел. Незваный Стой!
Да. Очень-очень, блядь, тяжелая карта. Ваше Величество, новое здание построено. Так, может провернуть ту херобору, которую мы раньше проворачивали, уничтожить все их одновременно, попробовать. Через магию колдунов. Да вы шо? Не то шутите, блять. Блять, кладбищ тут понапоявлялось. Да ёб твою мать. Противник
большое счастье служит. Стой! Противник слишком силен. Тебе не видать. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Противник слишком силен. Каков пиздец. Блять, дамах у этих пидоров, конечно, пизда. Незваный гость. Я стал сильнее. А награда вроде ништяк. Еще золото, ваше величество. Я присоединяюсь к диким бутерам. Все, текай, матерь! Именем короля! Куда же я положил книгу заклинаний? Тебе не видно. Силы зла взяли вверх. Я... Ваше Величество, новое здание построено. Да ёб твою мать, блядь! Да. Луна, сделай меня быстрее. А вы что тут встали в треугольничек?
золота. Исполняю волю его величества. Ваше величество, новое здание построено. Я вижу зло. Лонард, сделай меня быстрее. Я присоединяюсь к диким духам. Ой, блядь, это какой-то пиздец просто, я не могу уже. Соединяюсь к диким духам. Ты как же вы заебали, блядь. Ну ей похую. Исполняю волю его величества.
еще один. Новое здание построено. Да блять ты, сука, как же это бесит. Мой лорд, строение усовершенствовано. Может, попроще будет, когда это расхуярим. Вот это вот все. Блять, вот это не трогай. Не трогай, дурочка. Спасибо. Смотрите, что здесь. Блять. Еще одна варварская херобора. То есть их еще три. Вор 17 уровня. Не хочется терять. Так, эти монстры, они отсюда вылазят, да? Ладно, теоретически, конечно, можно попробовать разрушить с помощью заклинаний все три одновременно, как мы раньше делали. Но на это нужно очень много денег. А денег нет. Да поможет мне Агрелл. Стой! Во имя света! Блять. Сделай меня быстрее. Ваше Величество, новое здание построено. Для меня большое счастье. Блять, хер уследишь за этими дурочками.
Она все равно припиздила сюда ей до пизды вообще. Ваше Величество, новое здание построено. Исполняю волю Его Величества. Я вижу зло. Ваше Величество, новое здание построено. Да ты заебла. Уйми, женщина, что-то неугомонная такая. Тут гном варваров разбирает. Я вижу зло. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено. Арт, сделай меня быстрее. Вот дураки. Именем... Ваше Величество, новое здание построено. К диким духам. А, да, это колупайте. Королевская казна почти пуста. Да. Я способна помочь еще очень многим. Ваше Величество, для меня большое счастье служить вам. Вот и монстров стало резко поменьше на карте. Ваше Величество, новое здание построено. Я способна помочь еще очень многим. Ваше Величество, новое здание построено. У меня еще много дел! Thank you.
золото, ваше величество. В вонючих одеждах. Ваше величество. Да. Во, блядь, ты неугомонная. Блядь, ты можешь не трогать. Спасибо. Да, отсюда монстры выпираются. Не только варвары. Королевская казна почти пуста. Ну, блядь, неугомонная. Ну ладно, теперь уж колупай, хули делать. Сейчас опять все отстраивать. Да ебаный рот. Да, что-то хилов они категорически просто не любят. Ну чё, мы этого пидора завалим? Ваше величество, королевская казна почти пуста. Слава Даурасу! Слава Даурасу!
еще призывает зверье ебучее. Ебошь этого пидора. Да, его хер замочишь. Скажу я вам. Вали отсюда нахер, сыкло. Это охеренное заклинание «Шторм молний». Да, в этот раз тоже последствия серьезные, но не настолько, как в прошлый раз, когда нас просто разъебали. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, королевская казна почти пуста. Ваше Величество, новое здание построено. А у меня не работает заклинание отсюда. Ну, вору тут пизда. Ваше Величество, новое здание построено. Хорошо. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено. Yeah.
Отстраивайте город, суки. Ваше Величество, новое здание построено. Пока что. Исполняю волю Его Величества. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено. Бля, какая же жопа. Одни кладбища. 10 кладбищ. Да ты чё? Да поможет мне Агрелл. Там заглушку тут поставить. Я достигла просветления. Да поможет мне Агрелл. Ваше Величество! Новое здание построено. Я вижу зло. Ваше Величество, новое здание построено. Ваше Величество, новое здание построено.
Так и живем. Этому похер, он посреди города сдохнет. Он первого уровня был. Это логично, логично. Блять, можно не трогать эту штуку, женщина, ты заебла. Блять, она еще не отсюда. Ваше величество, королевская казна почти пуста. Да, это потому что какая-то дурочка решила трогать то, что ее не просят. Так, все, они еще раз херачат. У меня денег нет. Впрочем, ничего нового. Так, это здоровье восстановил. Королевская казна почти пуста. В смысле, я не достаю? А у меня денег нет. Я таю!
Начинается, блядь. Да ёб твою мать. Хилам пизда. Блять, сколько это будет продолжаться? Так, а задача у нас — уничтожьте все алтари Кролма. То есть, в принципе, этот последний, и его, по идее, можно просто разрушить, и все закончится. Теоретически, конечно, все это так. А, заебись, у меня что, рынок разрушили? У меня это получается все лучше и лучше. Новое здание построено. Без рынка нам пизда вообще. Поэтому если сейчас все это не закончится... то будет все очень плохо. Как можно было рынок проебать? Да. Похилить нечем. Денег вообще нет, потому что нет рынка. Так, хилы, идите, гномы, хильте. Так, пришел мах. И куда-то съебался сразу. Так, ну чё? Что мне скажете? Мы одержали победу, ваше
Ну, слава херу. Вот это, блядь, действительно достойное завершение этой игры. Вот это была карта. Реально, самое сложное из всего, во что мы играли тут. Такие дела. Отличная работа, Ваше Величество. С уничтожением алтаря Кролма его влияние в этих землях разрушено. Многие из последователей Кролма вернулись обратно в какие-то дикие земли. И теперь путь на север снова, в общем, свободен для торговли. Что ж, товарищи, завершаем эту игру. Есть еще Majesty 2. Возможно, когда-нибудь и до нее дойдут руки. Но на сегодня все. Спасибо за просмотр.